Ушедший 2018 ознаменовался для Сергея Безрукова не только новыми ролями в кино. 24 ноября супруга актера, режиссер Анна Матисон, подарила ему сына. Об этом важном событии Сергей сообщил в своем микроблоге. Как оказалось, Безруков поддерживал жену во время появления наследника на свет. «Сын, и я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо тебе, выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных, особенно прессу», — делился актер в социальной сети. Сегодня Безруков старается как можно больше времени проводить с ребенком, которого он назвал Степаном в честь прадеда. А сегодня Сергей рассказал поклонникам о первых успехах месячного Степы. Степа уже пытается держать голову. Растем, отдых подходит к концу, но год только начинается. Сегодня Московскому губернскому театру официально 5 лет. Старый Новый год, 13 января, будем отмечать и награждать работников нашего театра. МТЭК продолжает гордо держать голову, — отметил актер в Инстаграме. После появления на свет Степана Безруков отложил на время работу и с головой погрузился в приятные хлопоты. У Сережи отпуск, конечно, не такой длинный, он берет 1,5 месяца. «Я же на год сразу откладываю все дела», — делилась Анна Матисон. Для актера перерыв в рабочей деятельности не был тяжелой обязанностью. Все это время он наслаждался общением с любимой супругой и детьми. «Мужчина должен сам этого хотеть. Если сидеть в декрете с женой, это не его, ничем и не сподвигнуть, а если это твое, то сам стремишься всем существом. У нас и особенных секретов воспитания нет. Детей просто любить надо, принимать во всех проявлениях, тогда совсем справишься. Я жду новые бессонные ночи, заранее отношусь к ним с нежностью», — признавался актер. У Матисон и Безрукова также подрастает 2-летняя дочь Марии, которая радует звездных родителей своими успехами. «Любое время с Машей, любимая», — рассказывал Сергей Безруков. Поход в зоопарк или ежедневное купание, все это приносит радость, тут и говорить нечего. «Я не из тех, кто отстраняется от повседневных занятий, наоборот, мне нравится, что могу сам заколочки приколоть или спать уложить». Напомним, Анна Матисон и Сергей Безруков поженились в марте 2016-го, несколько месяцев спустя у пары родился первенец. В мае прошлого года Безруков сообщил поклонникам о скором появлении в его семье второго ребенка. Данный актер на протяжении 15 лет была женат на коллеге Ирине Безруковой. За это время пара так и не обзавелась общими наследниками.